Так, Просто взял на меня на ран, какие за что. есть предложения? Да, после этого я мигнул, когда аудитория говорила. Направлениям у нас несколько сторон идет. Они же не могут за квадрат выходить? Нет. А, ну это вряд ли. За серую зону не могут. Уничтожить обоих объектов. Да. Обоих объектов. Обои. Ты же не знаешь, что такое обои? На стенках, видимо, наклеить. Обои в бункере. Это эротическая музыка. Алло? Итак, будем телефону. Высаживаться с берега или пойдем в обход через гору? В обход через берег. Вариант с севера по дороге, через Каразоу, что-то меня уже не прикалывает, честно. Уже столько раз ходили, и было все печально. Тут ничего не прикалывает, вообще ничего. Да. Может, парашют у нас есть? А у нас вертолет уже транспортно есть? Угу. Да. У них есть ПВО. А, вы американо, я понял. Вы с этого, да, с кораблика или откуда вы там? С острова. Зайти как-нибудь. Мы повсюду вроде уже ходили, из севера ходили. Выбор, мы сверху не ходили, давайте сверху. Из горы ходили. Парашют. Скрежет, отомстит парашют. Нас много будет, все прыгнем, кто-то выживет. Если у каждого будет взрывчатка, то кто-то и взорвет. То есть предлагаем быстро сыграть вместе? Ну да, как там аудитория предлагал на матовый утёс. Предлагал стрелять нуклеера. Блицкриг, короче. Чё предлагал? А у нас парашют, я не знаю, есть или нет. Вот это вопрос. Рискнем. А если нет, тогда, наверное, высадку в городе делать будем. Где-нибудь со стороны юго-восточного. Там как раз за горой это все будет дело. Паша. Зоник попросил не стартовать без него, так как перезагружается. И что? Мы попробуем прислушаться к этой просьбе. Постараемся выполнить. Постараемся, да, конечно. Да. Вот восточная часть города, я так понял, она на вершине, на возвышенности находится. Да. 38-я высота. А от этой высоты ниже пуск. А вы что хотите нет, делать? Там есть вообще 50-я высота. Единственное, что на берегу, на как он, Каухета, побережье вот это вот, лагуна или что это вообще, не знаю. Там, по-моему, скрежет стоит все время, наблюдают с южного направления. Можно через Долорес и вот на север идти. Там через холмики. Там, потому что холмикам не видно. Можно обойти спокойненько. На восток продвигаться. Вообще на побережье вариант высадки меня напрягает тем, что ПВО будет. То есть там где-то... В Овале обычно дозор тусуется какой-нибудь. Да. Где? Овал нарисовал. А именно прям по побережью пройтись? Прям пройтись? А берега? Ну, грубо говоря, мы высаживаемся где-то в... Не забывайте, здесь дальность прорисовки 4400. Да, кстати. Мы будем летать. На черную линию. Черную линию. Можете заходить в черную сторону? Они нет. То есть нам лучше лететь вообще со стороны суши. Изначально заходить со стороны суши, со стороны каких-нибудь гор. Чтобы вертолет не было видно до последнего момента. Там оставалось 2 километра максимум до высадки, видимость. С моря заходить не вариант, точно. Нас примут еще на подлете. Вот хороший лесок такой, может с каким-нибудь через него пойти? Какой бы отметил вот этот... синим трапеции это виноградники. Да. А вот смотри, я... Ой, чуть-чуть. Нам бы до них дойти еще, ребята. Да. Вот в чем проблема, нам в зону попасть... Высота хорошая там такая, рядом. А если вот там высадиться метку? Ну, зайти с вертолетами со стороны гор, с севера запада, это вот, в принципе, разумно. Да там все же просматривается, Паш. 1-1 А показать. Вот ущелье такое хорошее есть. Вот красная галочка, вот пожалуйста. Оттуда да. Все прекрасно, все видно во все стороны.
Где-то с тех районов. На севере ущелья, и вот по этому ущелью пойти в сладкие местности. По синей линии? Синяя полоса, да. Ну да, можно, в принципе. Там высадиться за горами. Но да, нам, ребята, а нас, но кстати, нам нужен будет айтишник, АТшник, да, который да, очень серьезные ребята, потому что если мы просто она выйдет на нас, мы вообще никуда не денемся. Просто никуда. Будем там как корыться. Там. Ну, у нас кобра 4 ТОВ, если она не просрется. А, ну тогда давайте задачу первоочередную, вот, уничтожение смотрите, бронетехники. Один Эрхип МК-19. Это АГС. Очень неплохая штука. Насколько бьет приблизительно? Километр 700. Метров 700? Километр 700. А, километр 700. Вот в таком случае... В Долоресе встать где-нибудь, зайти из укрытия, бить. В Долоресе... Но ее скрежет, снимет. Нет, может быть, есть смысл ее где-то через Парайса и оттуда просто вершины гор обстрелять. Ну, да. Начать обстрел вершины гор и подтягивать уже вертушку на точку высадки, а ее постараться обстреливать. Возможно, спалимся, а возможно нет. Как бы вопрос в том, что насколько оправданно обстреливать вслепую. С другой стороны... 1-1, ты какой КВ? 1-1-Д там написано. Значит, наверное, сделаем так. Действительно, высадку сделаем с гор. Всех. Будем оттуда. И заходить. Уже думать. Вот. А Эрхип, я не знаю, у нас есть какие-нибудь умельцы, которые могут пострелять, доплыть, пострелять по горам. Если нет, тогда я даже думать не будем. Бросаем. Смотрю, мы высадку уже заняли. А кто такой? Вот. Да ладно, фиг с ним, я пойду на КС. Да, на метку стрелка взял. Зачем мне эти метки стрелки? Там ДМР. 24. Стал бы живем без водочки. Вот на кого хорошо. Ты хочешь встать, иди обсуждай другое место. Здесь уже время идет. Такие вообще не обсуждают, они обсуждают. Нет. Это не обсуждается. Почему один Е вообще находится слева, а все остальные справа? Что не так? Мы бриты. С другой стороны нападаем. Вопрос на метке 1-1F. У нас вертолеты высадиться могут? Там не сильно крутой склон. Там очень просматривает он относительно неплохо. Может быть вообще крутой где-нибудь крутой. Высадиться и пешочком подняться вверх. Либо Монте-Песто. Либо Монте-Песто. В Песто можно высадиться. Вот там можно высадиться. У нас пилоты только, ну, зарезервированы только два, да? Остальные, кто хочет, может садиться на птички. Наверное. Потому что я что-то не нашел больше слотов пилотов. Да, так и есть. Окей. А с доником чтобы группы, не были пилоты 600 часов. Вы учтите, что на горы, скорее всего, возможно, полезет АТшник ПВОшка. А Стингер полезет. ПВОшка. И снайперы полезут. Да. Вот они там будут. И нас всей толпой могут принять очень конкретно. Поэтому, возможно, на гору высаживаться не очень хороший вариант. Нет, ну за горой высаживаться и потом на нее лезть, осматривая все горы. Блин, меня беспокоит все-таки северная пика ромбика. Там где гора. Если мы пойдем с другого направления, с этих же гор нас увидят в лучшем случае и доложат. Всем, кому надо. Не, на самом деле... Вы метки какие-нибудь ставите? Тут лучше всего, конечно, пойти со стороны района Долоресов и через эти, через виноградники. Там как раз мы в низине постоянно находимся, высоты там все время разнятся. То есть ты по синей метке маршруту синему? Возможно, у меня не так он отражается. Я вижу вот это через Вал Азу. Да, именно оно. Нет. Надо через Долорес. То есть ну ты нарисуй. Желтым. Вот. По снегу. Я так предлагаю. Это на самом деле, там кажется, что...
вроде укрытий нет. На самом деле, я помню, сколько раз ты не ходил, там очень горочек, так туда-сюда они по высотам прыгают, и поэтому там очень легко именно пройти, как на мой взгляд, кажется. Потому что с горы, ну, с горы, ну, как бы... Хотя там интересно, там такая... Мы оттуда не пробовали, на самом деле DNDNF тоже прикольно. Но просто, нет, с одной говорю, стороны если интересно, вас да. Палят, то вас там зажмут, и вы оттуда не выйдете просто. Ну, без вариантов. Где зажмут? Ну вот в этой как раз... Между сисек. Ну там еще в спину могут очень хорошо долбить. Ладно, идем, короче, с Долоресов, как решили. Хорошо, а как мы там высаживаемся? В Долоресе прям высаживаемся. Прям тупо. В парад. За городом где-нибудь. Пешочком пойдем. Потому что окей, там... А вот... Там же принять высадку могут конкретно. Да, вот нет. В парад на низкой высоте... Вот... О, есть идея. На низкой высоте по... Так вот, красной метке. И здесь можно высадиться. Как не видно, не слышно. Да, очень низко идти. Ну или вот чуть раньше, где-нибудь здесь. Там по местности видно будет. То есть да. Низко идти и уже по ситуации просто смотреть. Ну, да. Так, подождите. Но вот путь, который второй, 1-1F, там можно заменить, туда спецназ отправить. У нас имеется же еще есть спецназ. Лезвие. Ну вот спецназ пусть идет на свою метку, но куда они нас захотели. Может, ты тогда пройдешь там через вот это вот... Блин. Промежность. Ну, можно. Вот. Ты там как-то сам... Там вроде есть птички, я не уверен, не помню. Вот. Сядешь где-то за горой? Там, да. У нас Little Bird есть, да. Вот, и оттуда пройдете. Только ты... За горой пролетай, ну, понял, да, со всеми? Да я знаю, как, но... На запад улетаю, там с севера заходит. Все, готово мы? Да. А чё я ни хрена не вижу, ни маркеров, ни хрена? И, к слову говоря, есть еще один интересный путь. Вы ДВшку... Давай мы потом его обсудим. Мы уже все решили сейчас. Варианты... Нам нужна вертушка, которая будет отрабатывать этот... Да, вертолет у нас есть один. Там я имею в виду первоочередной задачей... Что отрабатывать мы пока не знаем. Не, у нас имеется кобра. И я предлагаю спецназ Корвуса, надо метку поменять, потому что у меня там до сих пор... Пускай кобра нам почистит дом Аркадия, вот тот район вообще реально с воды. Сейчас объясню, короче. Триггер с убивающей вроде. Но он вообще есть, наверное. Они отталкивающие написал. Что на воздухе? Не пишите, не пишите, все, пусть идут. Смотри. Да, я знаю, да. Смотри, ты там как раз высадишься и аккуратно из вот этой промежности будешь вылезать и глядеть туда. И наводить будешь нашу вертушку, которая будет за вот этой горной грядой, я предлагаю. Никто не против, да? Там оставить кобру, которая будет так вылезать, пыхать и улетать обратно. На самой горе могут чуваки ходить, точнее, все время там ходят. И пыхают. Ну, это меня и смущает. Вот там есть высота, где там, блин, Сан Эстебан, там возле нее, там вообще... То есть такая высота, что ты можешь с другой стороны смотреть со склона. То есть ты можешь смотреть, что с другой стороны склона с той фигни. Короче, подальше высаживайте, пешочком, понимаете. Вас не увидит. Да мы не про высадку, мы говорим про нашу кобру. У нас имеется ударный вертолет. Высоту, наверное, сначала спецназ, высоту пусть почистит. Вот и все. Я думаю, высота разберется. А пусть кобра сначала пролетится над этой горой просто. Посмотрит как раз. Ну и смысл. Мы пролетим, и все. Если мы что, то работает. Так что. Готовы? Да, а только ни хрена не видно. Вы хотите кобры пехоту разносить? Кобры все можно разносить. Там всего 12 человек на стороне. Ты понимаешь, что кобру надо сперва на железку кинуть, которую мы ни хрена не достанем издалека? Ну, кто-то фраги хочет. Ну, хер с ними, ладно. У нас, железку? Как обычно, кобра упадет от одного какого-нибудь кренделя с нормальной пушкой. Ты хочешь, я тебе флот освобожу? Ну хорош пиздеть уже. Да, ну давай тогда скажи, уже. Хочешь, нет, я хочу, хочешь, чтобы кобра работала на технику. Что? Хорошо. Какую технику? Ты же запалил? Дзюхи, которые... Да? Дзюхи. Да? Ну да? Хорошо, я и говорю. Бетер.
Мы будем работать того, что кобра будет у нас за грядой, вы даете ей цели, она вылетает и бахает их. Я надеюсь, вы будете слышать по ДВ, а не как тогда, блядь, херня это какая-то с ДВ. Да-да. В вертолете, блядь. Если будет ДВ у нас. Да. Постараемся сделать. Ну я, например, наверное, пойду с Корвусом. У меня вот отдельный суд командира с ДВХ. Ну, я буду авиановодить. Ну это не важно, вы решите там. Да, я тоже а скоро старт будет с его? Прием. О, нифига, наконец-то пулемет прицелом. А, у 1-1-Д какой КВ? Четыре магазина, блядь, ты тут не поймешь. Уже на частоте. Чек КВ. Так, медицина в медицинской палатке? Да. Стреляем на чистоте. И столько медики лечат, да? Наверное. Потом медкит в задницу. Наверное. Ну один возьми у меня, хотя есть. А где еще я? Здесь. Палатки медицинские. Палатки. Кто поведет вертолет транспортный? 600 часов. А, научился уже, да? На ФСБ. Че? А у нас есть 1073 КВ. 1-1-Д. Но если ты в 1-1-Д, то да. Репит, а ты с бота не снимал ТВ? Ничего не делал. Надо бы снять, а то я-то медик не могу, у меня рюкзак есть один. Там бота же, по-моему, нету. Возьмите взрывчатку. Его убить надо. Его убить сперва надо. Да, и на одну взрывчатку на человека хотя бы обеспечите все. Труба подойдет? Ну, там подрывать надо будет эту шахту. Ее только дровать пластик домой. Бункер. Короче, строимся в объединение за вертуш. Проверка. Проверка. Меня на раз все слышно. 4-400, 2500. Странности. Че? Рисовка 2500. Ну, весь на сервер можно поменять. А что не так с ней? Не, там... 2500 максималка. Так, давай ровно. А, нет. Я слышно на рации, нет мне? У меня было 4400, я двинул ее, стало 2500, что за фигня. Отлично. Это косяк. Чек, да. Занимаем, нет? Слышно. На пулеметчиках не садитесь только. А на пассажиров. Так, ну все, грузимся. Так мы летим на каком? На Литле или на... Ну нам транспорт, наверное, без разницы. А
Питер, ты вылетите на бл... Вы не влезете. Бля, я уже там. Чё, кто летит? А кто пилот? Давайте голосуем. Голосую за... Боже, у меня тут передо мной сидит три усатых, Паша. Все три усатых. Один рыжий, другой какой-то... Светло. Кто пилот? Чётный. Алло. Какой тёмно-чёрный. Куда мы летим-то? Вы оружие сбросили в каргу, иначе потеряете. Пилоты? Да-да-да. Нет. Ну, а вот выйди, сейчас подними свое оружие, пилот, и положи в каргу, иначе будешь бегать. Он выглушит зачем, он же миллиард заводится. Так и пошел оружие свое искать. Это был пилот? Кто-то первый раз играет, ну. Пилот и пулеметчик тогда. Репит, мы не разобьемся? Я не знаю. Можно я с вами полечу одном? Пожалуйста. Называй, можно полететь? Нельзя. Хочешь лететь? Я просто не доверяю, вот уже свой боюсь сложить вертолет. Куда тут? Цыгане есть такие. На коленях, держи на коленях. Где высаживаемся? Ну, ты же предложи где-то там. Это там? Да, во, ну, куда-то. На низкой высоте. Только круг сделай на запад пошире. На запад, да. Мы и так нормально уже. Как это странно, 4-4 секунды 500. Положено. Репит, сделаешь что это как мертвую петлю? Легко. Давай. Назад только, назад. Мертвая петля, ты по-моему не туда летишь. Думаешь? Посмотри на свою машину. Под нами Кабо Кавио. И Кавио. Может быть Джавио вообще? Джавио? Хрен. Для слева корона. У нас будет корона. Вот испанский. И впереди игуан. Лагарагу. Или что там рядом? А, корана. Корона. Ну, здесь можно уже искать. Ну, короче, эта линия репита, если у тебя GPS есть, я тебе линию по моему аппарату провел. Я боялся заехать. С елку давай хвостом. Ребята, где петля? Тише, я ведь могу. Ты что, тише, пока включишь бегуди. Он может, я верю ему. У меня не 600 часов. Ребята, давай хвост сломаем наш и будем боком лететь. Водичку. Ты тормози, тормози. Ой-ой-ой-ой-ой. Это ты? Да у меня же это ёкнуло в душе. Слышно. Ты в GTA учился? GTA вообще вертолеты там можно делать. Вообще не учился. Вот мы целые приземлились, слава богу. Мама! Земля! Да. Земля! Мафин вкалывает. Я примерно метку туда, где мы находимся. Ну мы же северный. Север? Чуть-чуть севернее, где доллар, да. Так, связь есть? У нас Питер связь. Хорошо. Все, вот точнее некуда. Я доложил? На себя поставил. Доложил? Ребят, мы сели, да? Метка стоит. Да вы расскажи.
Это мы сели, а не вы сели. Ладно, я не тоже сели. Мы сели. Так, что у нас по трубам? Раз, труба. И все, два. Две трубы. О, отлично, три трубы, отлично. Вы старайтесь не умирать первыми, хорошо? Сваль газу. В атаку. Так, ну что делаем дальше? Бежим. Репит поведешь? Нет. Спитер у нас командир вообще, да? В атаку. Так лучше будет. Ну что, давайте по дороге пойдем вдоль, вот там репит побежал за ним. Ну тут есть, вот здесь, награды. На 40, там на 20 надо держаться, чтобы у нас холмок с правой стороны был. Сильно не бегите, чтоб не выдыхались. Тут нас дома вроде прикрывают. За холма убить? Ну, типа, приоритетная цель, все дела. Ну, у нас три приоритетных цели, этого будет трешка. Две я убрал. Ну ладно. Какая третья была? А, ну это типа ЗУшки. Не вылезайте. Держимся низи. Опять эти кто вижу сквозь землю, что за фигня? Скринбан. А справа от меня целый дом. Бинокли у кого-нибудь есть? Имеется. Или оптика? Имеется бинокль и оптика у людей. Оптика. Ну, 45 это. Вышка на холме. По-моему, она уже в зоне. Надо посмотреть. Могу тебе передать какой-то, вот у меня есть вектор. Я метку на врага дал. Вектор это дальномер. Алло, на вышке наблюдатель есть. Есть, да, отлично. Да, я метку дал. На какой вышке могу снять? Ну ближе подойдем, давай. Репит метку перед ним? А, это спитер. А я. Паш, тебе нужен дальномер? Ты снайпер, тебе он нужнее. Я все равно им пользоваться не умею. Давай, ну, у тебя батареек, наверное, к нему нет даже. О, а можно в ней? У меня РПГшка, может, чтоб... Да, кстати, Вову, РПГшнику с Марсом, да, он... То есть у тебя батарейки есть с батарейками, с Брюсом? С Питером? На этой вышке, да, наблюдатель? 4500 какой-то. Не знаю, что. Вы... Замечательное место, прям под... Вообще, да, молодцы. Престой. Я бы сейчас тоже вышел на позицию вместе со, с нашим снайпером, поработал бы туда с пулемета. Не, батарейки нет. Хоть ссы в глаза. Так, господа. Питер, чё? У меня для вас есть вот это вот. Нокль. Оу. Мне взять? Да, да, да. Подвигаемся вперед по городу, подходим как можно ближе к наблюдателю, чтобы можно было его снять снайпером. Ну, у нас кто-нибудь его держите на прицеле, там, скажем, снайпер наш. Да, он за забором бегает. А, ну все, тогда идем, да. Ладно. На 20 через город. Прикрываясь зданиями. Блин, батареи нету в дальномере. Тут выхода нет, что ли? Батарейки нету, не работает дальномер. Так, назад, здесь дальномер. Выхода нету в этом дворе. Ребят, зачистили. У нас тут враг встретился. Один человек, пень. У нас какой-нибудь еще ДВ есть или нету? Нет, только у тебя. А, ну хорошо, так Кодлы, который шел с Гарри, у них там враг был, пока что один человек нашли и защищают. Я слушаю ДВ, но договорить им ничего не могу. Тут опять тупик, ё-моё. А, окей. Кто так строит?
Собьем остальных. Собираемся. До забора надо было на 20 пройти всем, чтобы встретить. Антоний! Что-то, по-моему, не все. Отдой. Кто заблудился? Спидер потерялся, по-моему. А, я стою, у меня метка стоит на меня. Я сейчас за снайпером, короче, мы прошли на... Короче. Так мы тоже идем за ним. Ну все, короче, давайте двигаем дальше. Я на перекрестке сейчас нахожусь. Ну ты не палюсь. Я не палюсь, я выглядываю чуть. Смотрю на летающие дома. Мы на улице стоим, стоп, и сейчас наблюдаем. Он выглядывает там, короче, в заборе. Вообще, блять, никто ничего не говорит, да? Стирай. А. Все, что снайпер это делает, или кто-то может. Аждони КФК. А это там, где вышка, да, как я понял? Да, правильно? Да, да, там перед серый вышкой, забор. Да. Перед вышкой здания есть, и там забор разрушенный. На метку стоит. Если нас не засекли, я вот что-то думаю. Если нас не засекли, дальше. Зайти к нему как-нибудь осторожненько, к нему зайти. Осторожненько его убрать, быстренько. И с него рацию взять. Но это надо сделать там 2-3 человека, не всей группе туда перейти. Я могу пролив и зайти. То есть через восток пройти где-нибудь, да, там вдоль далеко. Берега. Да, вот если там нашим, на этом направлении наш кто-нибудь есть? Я на церковь. Кто там? Ты один? Да. А еще кто? Никто. Так, чики-брики, я знаю, ты хочешь. Почему я? Не знаю. Ну и давай тесты ты тоже, давай. Обходите по старому маршруту и на берег выходите на восток. Как мы пришли вот сюда, Приняли. Через дом, через дом. Метку вниз. На БТР, пожалуйста. А если я попал, я решил пропасть. Так, ну ничего, поставлю на БТР. Ну, метку на себя дай, и это... чтобы с тобой встретились. На ДВ есть кто? Пилот? Паша, можно ли поставить? Нет, она в ухо работает на горе. А что-то взорвалось, кстати. Нет. Так, что ты мне говоришь? Трубу оставить вам, нет? Ну, скинь, да, скинь пока трубу. Так, ну наблюдатель, я не знаю, он скрылся где-то там в горе. Ну он там, он там. Его надо убрать. За спиной у себя мы такую хрень оставлять не будем. Ну вы наблюдаете там, чтобы он не высовывался? Да-да-да, я смотрю прям в бинокль. Я проверил, надо уничтожить. Сейчас тошновато. Если он в сером в этом вот заборе, там забор, никуда не уходил, значит... Зайдите из хребта. Зайдите с запада, я тоже. А, ты так, мы двух людей. Вы куда пошли? Мы стоим на месте, два человека, три человека пошло на наблюдатель. Там что-то сильное стоит, там, по-моему, что-то стреляет. Вот, видишь, Райс, один метку поставил. Мы стоим, хрена не видим на севере. Да? Ты подошел, там баба. Это КСВК, скорее всего. Там ЗУ в городе еще стоит у них. Ну, пока не интересно это все дело. Ты бы свою маршрутную карьеру нарисовал, или ты сразу пошел на переповое, да? Там чувак, снайпер, детки сейчас в заборе. 500 метров. Ляг, студент, ляг. А, вижу его ноги, вижу его, да. Хер, дайте, где он именно сейчас находится. Снимешь 500 метров, смотри. Он слева от здания, справа от здания. А он в детке, справа от здания. Был. Высовывался там вот, где детка, короче, студент, смотри в нее. Моя метка синяя и дал прям дырку эту, поднимаюсь. Прям пометил, где он торчит. То есть ты выплывешь, прям на него войдешь. Что-то я просто смотреть не беру, окей? Так, чики-брики и кто там с ним шел, вы плывете? Метка актуальная, дальше двигаться. Да, вы с нуклиром встречаетесь, догоняйте его быстрее. Скрест, вижу скрест, okay. Метку дай. Прошли те времена, когда оставляли наблюдателей. Метку на скреже даю.
Блять, сейчас. Мед. Ох, ё, у нас слева будет по левому флангу скрелец стоять. В кустах стоит. Вдалеке. Спитер, ты еще живы? Да, я живой, я со снайпером тут наблюдаю. С юго-запада, увидите ее тогда. Аж метка наша актуальна? На выходе из крипта. Обоих убил. И наблюдатели, и снайпер. Ну да, примерно. Мы не успели. Что не успели? Ну, к нему он уже все сделал. А, ты убил? Да, я убил их обоих, и наблюдателя, и снайпера. Нам куда двигаться? Ну, молодец, давай рацию забирай с них и валяй туда. У меня почему-то ощущение, что они не одни тут, по-моему, еще. Нам возвращаться, нет? Так, сейчас быстро соображу. Так, ну клей, вижу, ты бегаешь. Но вы нуклеир-то прикройте, чтобы он дал отдашь. С вашего направления нуклеир, с твоей позиции наблюдать можно что-нибудь вообще? Ну, смотри, куда? В город? На скрежет, на позиции скрежет, а, синего слева. Есть? Да, есть, посмотри. Да, возможно. Да, можно. Возможно? Наблюдать, да. О, вот, если ты его сейчас выйдешь оттуда, мы можем, в принципе, зайти своим с репитом втроем, или ты остаться один, чики-брики вернется, всей группой зайдем туда, на скрежет, не спалим его. Так, тут эта метка типа на скрежет стоит? Да. ПЗ, где ваша метка на вас? Тут ДВ, парни. Да мы рядом с тобой, на улице стоим, немножко с севера, а завтра. А, ну окей. Подтягивайтесь. Нам идти сейчас к воду-то или на вышку? Так, на вышку никто не идет, а, так. А, ну, Клир, ты видишь там что-нибудь? Там это где? Ну, на метка тут, там. От нее выше еще, на синюю линию, есть что-нибудь? Да, видно, но врага пока технику. Нет. Технику никакой не видно. Сейчас нет? Я бинокль подбрось парней. Спитер, запроси у вертушки или там кто у нас обнаружил, они его уничтожили его, нет? Скрежет. Что, Спитер, вертушка, прием. Да, да, летим. А вы скрежет уничтожили, нет? Летим только. Да живой он еще, АВ уже сняли. Окей, у них убили человека, АВ нет, не сняли, вертушка летит. На позицию. Мы уже в селе сейчас будем выходить. Значит, ждем, когда вертолет. Ну, Клир, ты стой на позиции, чики-брики. Два человека. Все остальные возвращаемся. Сейчас будем двигаться дальше. На нашей позиции текущей. Ну, Клир, ты оставайся там, наблюдай пока. Понял? От скрежета на запад бежит противник. Так, ПЗ, ты слышал? От скрежета на запад противник бегает. Да. Сейчас бинокль посмотрю, что ну, тут холмы. Черта не видно. На крышу где-нибудь подняться можно? Вот на. А вот на эту можно, по-моему. А, Зушку не наблюдаю. Вообще не вижу. Отработка, пузырька. Вертушку подбили. А, вертушку подбили. Вертушку подбили, короче. Класс. Сказал же, блять, там. Че? Вертолет забили. Класс. Че, ну, идем, скрежет мочить. Все, двигаем. Направление 340. Вижу, трассеры они из города идут. Трассеры скрежет из города идут, из метки, из тейгера. По нам БТР отрабатывать. Спитер, передай, что мы своим отделением вышли, идем на метку примерно скрежет, а будем пробовать. А, мы отделение, она на 1-1-B двигается прямо на метку скрежета. Она в Долоресе, короче, сейчас метку поставлю. Опа, трубу кто потерял? Только не говори, что она на моей... Ну, мы вам ее оставили, сейчас вернемся. Забирайте. Нет, она не на маяке, но она... Быстрее. Да, получается, от вашего города. Север? Очень а метушку можно дать? Рядом с ней. Это ты поставил? Она двигается в какую сторону? Поставил метку вам. Она двигается куда? Она будет на юг. Никуда, окей, скрежет двигается к на юг нам. Да. Уже а, не к вам, не к вам, на восток, в сторону тейгера. А все, уже обратно в город уезжаем. Все, поехал обратно. Что, двигаемся в канаве? Нет, не о той, короче, на ту, которая, да, это там другая, по нам другая работала.
еще одна с юга, 160. Так. Возвращаемся, идем через мост, сейчас через маяк, через вышку пройдем. Быстро причем. Так можно через мост, можно через мост пройти, как я тут иду. А как ты идешь? О, слева. Там другой мост? Там другой мост. Примерно. А он более открытый, да. Я боюсь понимаете. Это стоит как бы. Что тот, что этот. Ладно, идем за спитером. Я уже к вам вернулся, ясно. Ну, клир покажет, да, я понял. Наблюдаю. Какие-то проблемы с тенями, у меня тени сквозь землю видно. Тени одного такого. Да, и как это чинить? Не время спит. Да, это самое то. Трубу-то забрали, там кто покажет на землю? Спотыкнулся. Так, слева будем наблюдать горелый дом, дом Аркадия. Я уже чекнул, там пусто. Кого? Сейчас с левой стороны вообще открытая местность. Сейчас что-то прилетит, это будет просто эпик. Так, можно через низ пройти, что там? Поплавать. Кроме нуклира у нас отставшие какие-нибудь есть? В чем? Мы в доме живем. Тогда я тут стоим, ждем. Так, если скрежет уехал. Ну, он куда двигается уже. То мы по его маршруту сейчас и пойдем. Мазай, слышит? Это скрежет по нам стрелял или что это был? Кто-нибудь выстрел? Ну, сейчас стрелял скрежет, да. А, значит, это он по нам. Сейчас на ноль идем. Уставший есть? Да, ребят, уставший. Так, стоим, значит, отдыхаем. Спитер, спроси, там что там у остальных отделений? Никак. В город хоть кто не зашел? Так, как у вас там дела обстоят? Потому что продвигаетесь, нет? Да мы не продвигаемся, у нас тут проблема, короче, у нас ни у кого РФП еще даже не открезать тут. В 200-300 не сохотал. Палками забить. А, кстати, нуклеер, что там у тебя? Да, слышал. Нуклеер, у тебя там в рации вражеская часть. Стрелок сидит, да? Ну, я подываю. КВшка, это снайперская была. КВшка выбросила. Да, можете стрелка снять? Я на ДВС. Там руководитель не сможет снять. Пока ценная информация. Ну, это понятно. Ну, хотя бы так. Ну, как рапид отдохнул? Ну, стучит еще, но можно уже чуть-чуть. Я тебе не починил, пока мы еще валяемся. Они не знают, что мы с этой стороны идем. Вот это надо, чтобы осталось очень-очень-очень долго. Они не в курсе, что снайпер погиб. Двигаемся. На ноль. Ну, Клер, а ты, скорее всего, пока наблюдай, потом пойдешь, я даже не знаю, как у тебя лучше зайти. Расстояние. Ты пока наблюдай, потому что ты это наши глаза единственные. Как будет связь хреновая, видимо, на дом Аркадия тебе придется переходить. Дом Аркадия уже все историческое место. Скрежет. Я отстал. Говорю, этот скрежет. А повторишь насчет скрежета? Он движется и он перевернулся. Он перевернулся, да. Нет, он едет, он на вас там где-то стенд игра. Что? Че с ним тут? Ты такой там вот. А, уехал скрежет. Он как бы перевернулся, он уехал, ладно. Аудитория, перестань курить. Что там куришь? А почему тебя скрежет переворачивается и едет? Он у меня, блядь, на месте сначала крутился, блядь. Потом начал этот, блядь, на дыбу. Как он, ты знаешь, так здесь?
Это было не вам? Сейчас там 51. Не пробежал уже, устал такое расстояние, серьезно? Помедленнее идем. ДВшка тяжелая. Меня погодите, я немного отстал. Какого веса мало? Маленький. Я полудохлый. Вызвать сколько веса? Что висит такое в этом воздухе? Маздай, слышишь меня? Маздай, Маздай вообще ДВ или что? Сколько у тебя веса? Маздай. 30 килограмм. Многовато. Ты метку на врага поставил, она актуальна? 46. Уже нет. Чего все такие тяжелые? Может, отдых нужен кому-нибудь? Там был скрин. Ну, ребята, вообще дохлый, так что... Я еще только до забора дошел, на плетенке. На малом ходу двигаемся. У меня сюда хотел. Маленький совсем. Вы от забора куда ушли, плетенок? Шли-шли на ноль, потом дошли до низины, где вода заканчивается в этой ложбинке, и пошли на 20, сейчас идем. По низинке идем. Видишь на карте, где вода так заходит в сушу сюда? Загибается. Приблизить. Я вот чуть севернее Чики-Брики сейчас нахожусь. У меня просто отказывается перс идти. Вы главное в присед не идите, быстро устроите. Блин, вот вертушка, конечно, это вообще... У нас тут, мы видим в городе, два скрежета в одном месте стоят, короче. Блин. Кто бы тот пилот там был? Спитер, передаем, чтобы мне метки на них хотя бы ставили. Санитарий. Я. Может быть враг. А на что метки ставить? Чё враг? ПЗ, на технику? Чё враг? Может быть здесь враг. Может. Спитер, метки на скрежет, там же по ДВшке говорят. Окей, в этом метке волноляйте на скрежет все время, окей? Как мощно. Хорошо. Ну, Клир, чё у тебя там? Да пока тихо, они вообще никого не... Вышел на радиовышку. А вы можете евро? Ты не туда. Евро. Сейчас репит на 30 идем, поднимаемся вверх, ты, наверное, нас видит дома. Да не, я как на вас не особо обращаю внимание. Я про репиту говорю. Чики-бики отстала. Да я вроде бы рядом с репитом, я его вижу, по крайней мере. Сейчас я циркушку чекну. Создание. Все окей. Ну, на 40 двигаем. По полю и так идти. Тактикульно. Ага. Зато не уставим. Давайте еще уже опустим, будем так идти. Я предлагаю и зайчика ДВ делать, потому что лздоник не отвечает, по нему даже было. А кто-нибудь время засек, сколько у нас там было? Нет. Я вообще-то думал, что 45. А то мы тут аутируем сейчас, время вы закончите. 33 минуты прошло. Ой, блядь. Так, ну надо будет уж поторапливать. Сейчас выгляну, все не выглядывается. Из-за горы. Ну, снайпер есть, пусть тоже посмотрит. Вот, типа, есть у него хатоши. У кого там она сейчас идет? Так, я сначала горы. Ну, блин. Вижу, скорее же, сейчас метку поставлю. Репит догнал? Ну, иду я, иду. Пока здесь стоим. Ну какая-то фигня стоит ваша. Камни. Где? Где? На 50 вон камни. Я не знаю, что это. Это скрежет. Метку дал. Ёшки-матрёшки. Вот стрелка бы с него убрать, это было вообще идеально.
А его видно башку? А там его и нет, там и нет стрелка, по-моему. Около камня стоит? Да-да. Да. Вы можете... Они не в, не в боеспособном положении, вы можете вкопать. Были бы мы мотоцикл, мы могли бы доехать. Ну, я наблюдаю ваши пути. Там пех выше, он бегает, он за камнем. Там он бегает, двое. Бегает, зараза, там вон он бегает. Двое, да? Снайпер есть у нас. Для этих целей. Так, с одного выстрела нет, а вот с Мавса мы туда дострелим, интересно. Дальномер работает? Я посчитал, что... А, 450 метров. Вот, если мы один выстрел туда сделаем, попадем, и его спалим, то все круто. Вы пока можете идти. Давайте можете подстраховываться, подождите, чтобы снайпер давайте... прогавал и пулемет. Смотрите, да, давайте слева отойдем, там холмы еще есть. Ближе ну, подойдем. Подходите. Короче, водила вышел. Стрелок вышел, на горе стоят, у скрежета. Они у нас показали позицию и все. Далеко. Ну, метров еще 50 сейчас, подойдем ближе к ним. Между вами и этой пехов нет, там чисто все. Понял. А у тебя там, например, снайперская винтовка есть какая? Есть, но я не умею ими пользоваться. Понял. Пробовать или подходить ближе под... ПЗ? Ближе подходить, они пока сильно не готовы. Блин, 400 метров ровно стрелять. Вон. Да, вот его по-хорошему вообще будет захватить и въехать на ней, все это спалить нахуй. Но вы не сможете. Но может быть сперва стрелковым ее атаковать, если они зашербушатся, тогда... Ну да. Да, честь им больше дела. Вот, она вообще тут просто на ладони. Сколько? Только я пехоту не вижу. Пехоту не вижу. Я наблюдаю пехоту, она за камнем. Понял. Может, с СДшками, подойдем? Ну, а у нас есть? Принципе, у меня ПДВ. В конце концов их можно крыть, чтобы они даже не сели в них. Поступило предложение с СДшками подойти ПДВ, но это слабо, конечно. Сколько тут метров примерно, чтобы я сразу выстрелил? Метка на скрежет стоит. Так, метров дальномер может кто-нибудь померить? А, не работает так. Это шоу сильно. Могу по... Метка точная, если есть по карте, да, давайте. Точная метка, точнейшая. Нет, на нас. 250, 260. Фугасом не надо, если че. Там пехотинец отошел. Вы можете подходить пока, они уезжать не собираются. На 200 метров он стрелять придется мне. Азимут какой? Что это за одинокий британец? 70. Короче. Открывай огонь, если уверен, они сейчас поедут. Нет, 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 нет. К нам британец подошел. Короче, смотрите, что делаем. Снайпер и РПГшник остаетесь здесь. А пехота, пулеметчик. Башка, по-моему. Нет, показалось. А пехот со мной, стрелковые, которые идут со мной, мы штурманим эту хрень попробуем. И уезжают, уезжают. Уезжает, скорее. Хотя она, по-моему, позицию сейчас займет получше для стрельбы. Вы подходите лучше. Пока наблюдаем. О, отлично, сейчас можно штурмануть. Подходите, подходите, они вышли. Так, все, побежали, побежали, побежали. К ней побежали. Спускаемся быстрее. Могу стрелять, могу они стрелять. Смотрят в вашу сторону. Один из них. Проходи. Вали их. Стрелку бейте за пулеметом. Убили нас. На стрелка не было. Это что было? Это приташка. РПГ. Зря, зря, конечно. Кто это стрелял? Слева щехлял в РПГ. Он что, дурак? Кто это? Чистить. Кто-то в РПГ стрелял сейчас? Не Банзай. Знаю, Банзай, наверное, ты, да? Блин, Банзай, мы... у нас КВ на ДВ нету. Готовьтесь сейчас. Был на ДВ. Контакт. Ясно, мы тут технику захватываем, он ее взорвал. А, с боков, с боков заходите, мы чтобы наши могли по центру. Давайте прострел сейчас дам слева, как края. Кто у нас находится, хотя бы связался с нами, не знаю. Все обломал, Банзай, вот можешь. У меня перезапись. Надо было заранее говорить, они где там вообще... Так, а мы у тебя подправляем. Все, ставить огонь, ставить огонь. Забрать косолок могли. Ну ладно. Рацию брать с него?
же БТР, он... Сейчас метку. Давайте, север, снайпер, вот там пулеметчик сюда подтягивать. Так, а впереди это уже наш город, да? Да. Да, именно. Поставил метку на БТР. Ну, Калир, тебе оттуда все видно, или ты хочешь подойти поближе? Нормально. Кто-то сейчас на БТР бежит. Двое. Ну, короче, слева от нас бегают уже на позиции. Позиция этой фигни скрежета. А второй скрежет известен, да? Где там скрежет находится, известно? Ну, у них все-таки один был. Блин, на 60 возле забора кто-то сидит. За белым домом двухэтажным. Иди посмотрю. А, русский, русский. Дом, дом. А вы куда ушли, скажите? Вершин. А мы там же, куда мы там же сидим, где, куда ты стрелял? Могу стрелять по ним. Давай. Есть. Кробушка потекла. Давай еще немножко там достреляем. Нога у него как раз сейчас торчит. Снайпер с ГО стреляет. Твоя. Снайпер стреляет. Блять. А, ваш? Нет, да, там. По людям. Где, где? Дай азимут. Нет. Все убит, похоже. На. Сейчас смотри. Снайпер. А, ну если не убит, то ранен, он бессознанный. Огонь по нам, одиночными. Снайпер работает, походу. Откуда? Понятно. Свои не стреляйте, надо по шуму определить. С города. 120 где-то. Может, обойдем с другой стороны? Сейчас, да? Да, придется спускаться отсюда делать. Спускаться вниз и обходить по низине. Там справа наши, если... Ой, слева наши обходят. Но нам слева тоже придется обходить, потому что справа здесь снайпер долбит. Скорее всего, где-то в домах сидит снайпер. Камни смотрели на 60. Вижу снайпера, вижу снайпера. За городом. На, нах, за городом. За городом. На склоне лежит возле деревьев. А, прям по мне стреляет снайпер. Короче, спускаемся вниз, нафиг, назад. Нет, с этой стороны не пройдем. Ходим, уходим, ходим, 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 ходим. Вокруг него даже никого нет. Мы перебегаем, короче. Так, с правой стороны у нас дорогу, есть возможность зайти без снайпера? Три человека. Постелите, да, с южной, да. Через плантацию. Отлично, через юг идем, значит. Так сильно не бежим, чтобы не устать. А, там наши заходили в госпиталь, в город или нет? А наш в городе там есть? Там что-то взорвалось в городе, по-моему, это Беттер был. Походу, да, заходи. Прием, вопрос. Повторите. Вопрос, наш в городе есть? Да, да, три человека, мы зашли вот только в город. А, нет, поможем поставили. Что? А, 1-1-Д, да, вы, окей. Да. Возле начала виноградника становимся. Заметку тоже все поставили рядом. Скажи, Спиту, что мы сейчас тоже туда заходим, будем скоро. Нет, вот, я уже поставил метку, смотри, актуально. Я уже тут ничего не увижу. А, принято, вижу 1-1-Д. Меняй позицию. Мы сейчас будем. Или к нам иди. Так, они же в городе, ну, поставлю, дельта. Будет. Давай. Уставший есть? Да, репит, у виноградника входа. Так, хорошо, отдыхаю. Я быстренько до туалета сбегу. Вот, да. Пацан, находимся в винограднике, тут везде туалет. Кричи больше, на шопах уже. Технику слышите, прием. Да, она прямо возле нас, там нечего выбить. Метку поставьте. Техника где-то на 90. А, значит, Бетер остался сейчас. Да, он где-то там и катается. 90 от вас. Но он в городе катается возле дельты. Молодец. Он прямо возле нас, да. Возле дельты катается, короче, Бетер. В городе.
Мы, короче, попробуем ящик взорвать. Я тут. Все отдохнули, двигаемся дальше. А, там Дельта сейчас пытается ящик взорвать, уже говорят. Хорошо, двигаемся. Это, передайте Дельте, чтобы они быстрее собрались. На ДВ они собираются выдвигаться к ящику. Пусть быстрее это делают. А, так, короче, Дельта, прием. Я на ДВ врага. У нас есть ДВ врага, быстрее ящик взрывается, они выдвигают свои силы к ящику. Принято? Если Питер доложишь, то мы через виноград... Так, тут... А метка на стенку, двигаемся. Вот так. Йоу. Йоу. Ты кто у нас? А! Беттер по нам бьет. С дороги бьет. Виноградник налево, уходим. И в город. Так, я добрался до забора. Кто не добрался? Студент. Виноградник ищет. Так, по заметку на выход. На метку на выход. Она в городе. В районе бункера. По нам отсюда бьет. О, оттуда. Это снайперы с воды. Не, по нам только что работали. Именно вот это. Скорее всего тут. Я дал метку. Да, примерно там. Прям на дороге стоял, зараза. Я могу, в принципе, подойти по спину взорвать его. Вижу с трубой, кто-то бежит. Есть. Нет. В этом. Давайте соберемся, ребят. Так, надо просто выступать, да? Просто сосредоточились сильно. Бонзай. Виноградники ранятся. Да. Хорошо. Ну, бонзал, внутри с плетеным забором, желто-красным забором внутри. Красным забором. Метку на себя дал. Так, может в город пошли. Пошли в город. Так, мы рядом с бункером получается. Бункер прошел, да? Спитер, запроси Дельта грохнула. А вы в бункере грохнули или нет бункер? Нет. Значит, мы бункеры будем убрать сейчас. Шепот. Шепоте? Паша, я ничего не хотел оставить, да? Да-да-да. У меня есть взрывчатка. Дай бог добра. У меня тоже есть. Что? А, ну просто с водочкой работает. Да, замечательно. Я на своей меткой задуман. Тогда все хорошо. Твой врага бросаю, думаю, информация уже не будет ценна. Так, что-то мало народу дошло. Походу, беттер хорошо намотаю. Я остался в винограде. Я рядом с тут, с вами. То есть вы не пойдете, да? Я чужая, да, катается еще? Так, у нас у студента и репита, кроме меня, и студент, у тебя есть пластик? Пластина нет. Понял. Так, а у тебя что-нибудь более скорострельное? Что за война? Более скорострельное, есть что-нибудь? ПДВшка только. Нет, гранатомета нет, только пластида. Надо бункер сейчас пойти, наверное. Пошли, короче, рухнем этот бункер и все. Ящики-то взорвали же? А вы ящики еще не взорвали? Прием. Дельта. На 90 возле забора. У нас тут скрежет, блять, 2 метра. Может я. Ну, ПЗ, у них. Вы не взорвали, как я понял. Нет, они не дают. Ясно, короче, сейчас быстренько эти грохнем. Что-то его можно грохнуть или нет? Выйти... Где техника? 0-0-0-0-0! На 0! На 0! Поехала, вон в гору тянет! В гору тянет на нуле! Не забегай. Ну а мы спустимся, чё? Пусть тянет. Давайте бункер взорвать. Я пошел к Дельте тогда. Тут ПКМ стоит, машинка. Сюда, право снайпер. Блин, батареек нету, так было хорошо, ну ладно.
Все на шепот перешли, кто не пришел. На 30 дом стек с стеклами, оттуда может огонь быть сейчас. Бункер стоит за углом. На 90 на перекрестке. Туда поворачиваем с правой стороны. Кто пойдет минировать? Надо бы дом сначала почистить. Давайте я проверю. Кто со мной в винограднике остался? Первый этаж чист. Как второй проверю, сразу минируйте, готовьтесь. Репит. Я с тобой. А, понял, а кто минировать будет? Второй этаж чист, это только тапки. Надо минировать. Давай я заминирую тогда уж. Да не, не, уходи. Отходим на за дом этот, короче, который сейчас проверяем. Заминировал? Да, взрывать. Давай за дом уходим, чтобы нас не накрыло волна. Готов взрывать. Все, давай. По-моему, ему похрен. Сейчас второй завокладываю. Все, да. уходим, я на этот подорвал на подрыв автоматически 10 так секунд. Так ты поставил, активировал его, взвел? Да. Окей, хорошо. А может, у меня пластида нет на второе. Вы там целы? Я тоже, вон в машине надо проверить. У меня есть рычатка, могу ящик забрать так. Хорошо. Ее можно так забрать. Ой, это ПГшка. Так, ну надо двигаться, короче, на помощь, Дельте, как? Как будем, через город пойдем или... Через город. А что за дым, кстати, белый? Это у нас что-то будет. На юге у нас один номер, нет белый яги. Это нас штурмуют? А вот кто бункера знает? Понял, хорошо. Давайте. 80 идем. Спускаемся. Так, Дельта, у вас как там дела? Вы живы? Дельта? Что-то молчит, и они там кричали, что у них все плохо, у них скрежет. Так, нуклеир, студент, еще там кто-то был еще жив? Я живой. Хорошо, где ты находишься? Меточку можешь дать? Я в винограднике остался, у меня ноги переломаны. Я свал. Понял. Понятно, ладно, оставайся тогда там, наблюдай. Так, а мы где сейчас здесь? Метка стоит. Вижу. Так, ну нормально, то есть надо на 30 пройти. Хорошо? Можно просто выйти на позицию и стрельнуть на хуй повыше залезть. Надо сначала посмотреть. Давай попробуем сверху. 8 читаем. Только это будет ли видно? Сверху. Успел спрятаться? Репит, кажется, не успел. Репит живой, я бастер. А кто это бежал? Студент. Без сознания. Это по вам долбят? Ой. Да, это так, где? Да. Сейчас пришкерьтесь, мы попробуем его вычленить. Он где-то рядом был долбит. На первый этаж в дом это наш зашел?
Короче, на этих, на сопке, на этой, на вершине, он там сидит, зараза. Еще где-то. А туда бетер катит, туда бетер катит. Надо с Питера вытащить. Кидаю дым. Он на этой высокой точке самый, что ли? Да. Питер мёртв. Беру масс. БТР на 50. Синий дым ваш? Да, я брусь. Чё, чистить будем эту хрень, нет? Нет, задание, сейчас я попробую подняться туда наверх. На горе БМПшка не наша? Нет. Вообще есть вариант пройти, но мне придется одному это делать. Гранатами походу нас пытаются взять. Это я. Я думаю, может сдвиг сделать. Я трубу тогда использую. Подожди, рано еще. По бетеру отработаю. Значит, он на самом верху, я пока его не сяду. На самом верху. Я бетер вижу, не знаю, походу не попадаю. Что там возле бетера? Пехота к бетеру идет, ладно. Репит жив? Да, живой. Ты его даешь? Возможно, уничтожил, но не факт. Бетер ко мне сушал. Так, видите ситуацию. Я его слышу. Тут скрежет, по-моему, едет. БМПшка это. Ну что там у тебя репит? Ну, кого-то подавил, здесь два мертвых. А с твоей позиции что-нибудь сделать нужно? Я не вижу. Короче, я потихоньку попродвигаю. Принял?
Да, живой, живой. Бетер, по-моему, спали. А вот где машина горит, нам туда надо взрывать? С востока человек, да, через квартал где-то бежит. Это я, видимо. Через кладбище? Я не знаю. Я на кладбище, ты там не работаешь, по-моему. Это я. Ну ты ж не с... Не с бэх. А, нет. Пизда мягко. Крест, видишь церковь? Короче, там я, рядом с ящиком. Давайте, давайте, техника вышиблена! Попробую зухи прям все это зажечь нахрен. Это вы зухи? Да, я зухи. Блин, чуть тебя не пристрелил. Давайте, работайте, работайте. Это я сверху бил по вам. Думал, чёрт. Понял, перезарядка. Вау, вау. Репи, ты зачем стрелял своих британцев? Двоих своих. Ну вообще двоих, блин. На ДВ не сидим. Не знаем ничего. Сидим, сидим. Бонзай же докалывал, что скрежет наш. Деймос. Деймос здесь? Ну у нас ДВ уже умерло. ДВ у нас умерло. На ДВ сидим, сидим, а у нас ДВ умерло. Деймос, умерло ДВ. Деймос. А как ты?